продолжаем говорить о волосах. О том, чем я мою свои волосы, я вам уже рассказала, а в этом видео я бы вам хотела рассказать о том, чем я ухаживаю за своими волосами, то есть о различных течениях, о различных маслах, о небольшом количестве укладочных средств, которыми я все же пользуюсь, о тех расческах, которыми я пользуюсь, и о тех резинках, которыми я пользуюсь. В этом видео я вам должна рассказать об очень большом количестве препаратов и позиций, поэтому сейчас я пробегусь быстренько по всем. Если какие-то позиции вас вызывают вопросы, пожалуйста, оставляйте комментарии и вопросы внизу, я с удовольствием на них более подробно отвечу. Либо, если будет такая потребность, сниму отдельное видео о тех продуктах, которые вас заинтересовали наибольшим образом. Итак, давайте поговорим про лечение волос. Одно из моих самых любимых лечений, тех, которые мне очень-очень нравятся, которыми я пользуюсь уже достаточно давно, и которым я возвращаюсь опять и опять, которые потрясающим образом восстанавливают мои волосы и помогают им оставаться такими же красивыми, блестящими и здоровыми, это лечение от японской марки Label. Я вам уже рассказывала, что японская марка Label мне очень нравится. В принципе, японцы впереди планеты всей, не только в уходовой косметике. Марка Label — это марка по уходу за волосами. Это профессиональная марка. Данная марка считается и является одной из самых сильных на данный момент в мире. Так вот, вы, наверное, слышали о замечательной линейке препаратов, которая называется «Счастье для волос». Там на самом деле две линейки — «Счастье для волос» и «Абсолютное счастье для волос». «Абсолютное счастье для волос» отличается от «Счастья для волос» дополнительными несколькими баночками. Честно говоря, абсолютное счастье для волос я покупать не стала, потому что у меня есть просто счастье для волос, базовое, которое мне очень нравится, которое меня очень-очень устраивает, и о котором я вам сейчас быстренько с удовольствием расскажу. Что такое счастье для волос? Счастье для волос — это бутылочки в линейке Pro Edit, вот такие вот голубые бутылочки. Ну, в данном случае дозаторы могут быть разные, дозаторы вы сами одеваете. Бутылочки с циферкой 1, с циферкой 2, с циферкой 3 и с циферкой 4. Которые вы по очереди наслаиваете на свои волосы. Помимо этих четырех бутылочек, в этой же линейке есть вот такая вот позиция номер 7. Это именно лечение, это очищение для кожи головы. Итак, чтобы полноценно провести подобную процедуру, вам надо. Начинаете вы с лечения для кожи головы, с специального очищения кожи вашей головы. Вы небольшое количество данного средства нагреваете на водной бане и потом наносите на кожу головы, собственно, как те предыдущие флюиды и маску, про которые я рассказывала. То есть все лечение, которое и продукты, которые направлены на очищение кожи головы, они наносятся непосредственно на кожу вашей головы. Оно оставляется на 10-15 минут. В принципе, этого как раз достаточно, чтобы параллельно нанести на всю длину остальной уход счастья для волос. И, собственно, выдержав всю процедуру и все лечение на ваших волосах в течение 20-25 минут, как я это обычно делаю, получить очень хороший результат. Итак, после того, как вы помыли ваши волосы шампунем, отжали их хорошенько, вы наносите на корни ваших волос вот этот вот состав. После этого вы проверяете, насколько хорошо отжаты волосы. Если на них осталось какие-то капли, вы их удаляете и распыляете на ваши волосы циферку 1. Циферка 1 — это у нас подготавливающая сыворотка, которая питает ваши волосы, которая защищает ваши волосы, которая раскрывает чешуйки и, в принципе, подготавливает ваши волосы к проникновению всех остальных полезных компонентов. После сыворотки с циферкой 1 у нас с вами идет бутылочка с циферкой 2. Циферка 2 — это уже лечение, это увлажняющая сыворотка для волос, которая интенсивно питает и увлажняет ваши волосы. Вы с помощью спрея достаточно обильно наносите эту сыворотку на ваши волосы. После циферки 2 мы берем бутылочку с циферкой 3, и если циферка 2 — это у нас было увлажнение, интенсивное увлажнение, то циферка 3 — это сыворотка для упругости волос. Она придает упругость и гибкость поврежденным волосам. Вы также с помощью спрея-дозатора наносите, распыляете данную сыворотку по всей длине ваших волос. И я, так как у меня длинные волосы, я еще руками помогаю и промассирую. Между нанесением сывороток я, как правило, выдерживаю минутку-полторы, если у меня есть такая возможность. Если нет, то я просто наслаиваю одну сыворотку на другую. После циферки 3 у нас идет циферка номер 4. Циферка номер 4, она уже не в виде спрея, она в виде вот такого вот дозатора с носиком. Это сыворотка для волос, которая фиксирует и закрепляет результат всех предыдущих сывороток. То есть она в виде геля
Вы выдавливаете небольшое количество этого геля на ладонь и распределяете по всей длине волос. Она обволакивает каждый волосок и как бы запаивает все те питательные вещества, которые вы предыдущими баночками нанесли на ваши волосы. Дальше ваша задача все эти средства, весь этот слоёный пирог на ваших волосах подержать как можно дольше. Я, как правило, опять же завязываю свои волосы в пучок и стараюсь выдержать подобное лечение как минимум 30-40 минут, чтобы оно максимально хорошо проработало. Если у вас есть возможность выдержать данное средство на волосах час-полтора, то замечательно. Чем дольше вы его держите, тем лучше будут восстановлены ваши волосы. После того, как средство отработало, вы совершенно спокойно его смываете теплой водой. Дополнительно ваши волосы шампунем промывать не надо. Вы смываете волосы, подсушиваете их полотенцем и укладываете или там сушите их так, как вы к этому привыкли. Данное средство очень-очень люблю. Счастье для волос — это одна из моих палочек-выручалочек основных. Это мое соцспасение для моих волос, которое позволяет им оставаться такими же здоровыми и блестящими, как они есть. Помимо счастья для волос, от марки Label у меня еще есть несколько любимых позиций. Это вот такой вот крем, называется Silky Repair Cream, вот в такой вот тубе, 200 мл. Это восстанавливающий крем, увлажняющий, питательный для ваших волос, для укрепления ваших волос. Этот крем, Silky Repair Cream, можно наносить на ваши волосы после того, как вы их помыли, нанесли на них кондиционер, смыли и подсушили полотенце. То есть вы его можете наносить на влажные волосы сразу после того, как вы их помыли, либо вы его можете наносить на сухие волосы в любой тот момент, когда вам надо их подпитать или увлажнить. Я периодически наношу этот крем как на влажные, так и на сухие волосы. Оба эффекта мне нравятся. Помимо Silky Repair Cream от марки Label у меня есть еще один любимчик. Это Essence Moist. Он в объеме 100 мл. Он с вот таким вот дозатором. Это беленькая легкая эмульсия, которую я на данный момент использую вместо моего любимого Moroccano Oil Light. То есть после того, как я подсушила свои волосы полотенцем, я наношу достаточно большое количество данного средства на ладонь и распределяю его по всей длине. Я не наношу, конечно, его на корни волос, но я достаточно обильно наношу его на всю длину своих волос, на центральную часть, на кончики, для того, чтобы мои волосы максимально активно напитать влагой, напитать всеми живительными компонентами, и также для того, чтобы мне потом достаточно легко было свои волосы расчесать, так как длина у меня приличная, то расчесывание правильным образом волос тоже является определенной проблемой. Итак, сразу, раз мы заговорили о расчесывании, я вам покажу свои расчески. Не секрет, что в последнее время мир длинноволосых, и не только длинноволосых барышень, взорвали расчески Tangle Teaser. А, собственно, вот они. Это вот такой вот стандартный дорожный вариант маленький Tangle Teaser с крышечкой. Им я пользуюсь либо дома, но, как правило, он с крышечкой, его удобнее бросать с собой в чемодан или в сумку. Подобным Tangle Teaser я, как правило, пользуюсь в дороге, а дома я сейчас пользуюсь вот таким вот ярким оранжево-желтым, который мне поднимает настроение в холодное зимнее время, Tangle Teaser большего размера. Собственно, вот это вот дорожный, он в два раза меньше получается по размеру, чем вот такой вот Tangle Teaser. В последнее время появилось достаточно большое количество расчесок для волос, которые имитируют Tangle Teaser. И даже в Macadamia Professional появилась расческа, аналогичная Tangle Teaser. Но, поверьте мне, я несколько раз покупала разные подобные расчески, пробовала их. И, к сожалению, по качеству расчесывания волос с Tangle Teaser пока ничто не может сравниться, поэтому я очень нежно люблю Tangle Teaser, не изменяю ему. И если вы счастливая обладательница длинных волос, пожалуйста, обратите внимание на Tangle Teaser. Он стоит не очень дорого, но, поверьте, он вас будет приятно и приятно удивлять на протяжении всего его использования.